Меня зовут Семен Павличенко, и я катаюсь на спортивных санях. Санный спорт – это непростой координационный вид спорта. И сегодня мы будем проходить трассу с закрытыми глазами. Да, изначально для того, чтобы нам проходить эту трассу, ее нужно построить. Пойдем за мной. Для постройки трассы нам необходима вот такая лента. Все, начинаем строить трассу. Никаких больших затрат у нас нет. 500 рублей, и все. Трасса готова. Трасса у нас готова. Теперь мы перейдем к тренировкам. Начинать я буду из спальни. Заезд номер один. С первого раза почти получилось, но сейчас нужно мне сделать одну небольшую хитрость. О ней я расскажу вам позже. Теперь постараюсь улучшить время прохождения этой трассы. А хитрость была в том, что мы поставили на стол вкуснейший тёщин борщ. Я шел по запаху и улучшил за счет этого время.